Добрый день, уважаемые соотечественники. Сегодня молодежного чемпионата «Единая ВТБ» состоится повторная встреча между командами «Зенита» Санкт-Петербург, «Самара-2», город Самара. Представляет участие матча наши гости, команда «Самара-2», номер 0, Ирина Николаевна. Номер 7, Валерий Васильев. Номер 16, Павел Балдон. Номер 17, Вадим Шарик. Номер 21, Дмитрий Сильник. Номер 23, Иван Васильев. Номер 24, Егор Захаров. Номер 30, Данил Чехов. Номер 33, номер 44, Антон Гостов, номер 45, Рафаэль Гаврилов и номер 99, Олег Чайманов. Главный тренер команды, мастер спорта Дмитрий Мицатинов. Им помогает мастер спорта Виктор Гарин. Команда «Зенита» Санкт-Петербург. Номер 1, Михаил Бокарев. Номер 2 – Валерий Лопатин. Номер 3 – Владимир Фоменко. Номер 12 – Семен Красильщиков. Номер 13 – Иван Кривун. Номер 17 – Лев Быков. Номер 23 – Никита Солдатов. Номер 24 – Никита Тихонов. Номер 27 – Сергей Драговский. Номер 35 – Иван Белорусов. Номер 38 – Артем Манчиков. И номер 52 – Алексей Соросин. Главный тренер команды Рамонос Цвиртов. Им помогает Роман Князев. Судейская бригада сегодняшней игры. Старший судья арбитр всероссийской категории Александр Кольцов. Ура-ура. Им помогают Денис Спасов, первая категория Казани, и Виктор Кончаров, всероссийская категория, город Санкт-Петербург. Комиссар матча, судья всероссийской категории Евгений Измайлов, город Королев. Звучит гимн Российской Федерации. Номер 23 – Иван Васильев.
номер 45. Номер 45. Thank you.
Yeah.
Yeah!
82-80, а первый одержал команда «Самара-2».